Продолжаем вязать. Так, вот мы поменяли нить на белую, провязали 2 ряда. У нас здесь 56 петель. Мы их делим пополам. Вот я отметила. И мы сейчас будем делать скос плеча и вырез горловины укороченными рядами. Я вам сейчас покажу. Так, сейчас будем вязать правую сторону. Так, 2 ряда мы провязали белой ниткой. Теперь продолжаем вязать. Так, плечо я измерила у ребенка 7 сантиметров. Так, 6,5 я округлила 7. Плотность вязания у нас была 2,333. Мы в начале это высчитали. У нас получается тогда умножить эти две величины 7 на 2,333. Получилось плечо 16 петель. Так, значит, одно плечо и другое уже будет составлять 32 петли. 56 петель всего. Минус 32 на плечо, на одно и другое, получается 24 петли. Это у нас останется на вырез горловины. Начинаем вязать. Так. Мы будем делать скос плеча и вырез горловины укороченными рядами. Если кому не будет понятно, можете в уроках у меня посмотреть, достаточно там хорошо все написано. Так, вот середина наша, я измерила 56 на 2, 28 петель. Я вот отметила, вот, поярче, чтобы было видно вам. Можете булавку, что хотите. Начинаем, спуск будем так делать. Плечо будем делать 6 петель, 5 и 5, итого 16 петель, то есть 3 захода по лицевой стороне. Так, а горловину будем делать одну сторону и другую, там у нас 24 петли, мы делим их пополам, получилось по 12 петель. Так, значит, мы будем делать 5, 3, 2, 1, 1. То есть 12 петель с одной стороны горловины и с другой. Так, сейчас мы плечо пока не трогаем, провязываем с самого начала. Вяжем лицевые петли. И вяжем. Вот у нас отметка. Не доходя. Это середина горловины. Не доходя сюда, 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Так, я вот достала такой маркер еще, чтобы было лучше видно. Вот середина. Давайте мы сразу отметим 5 петель. Вам будет лучше так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда я ставлю маркер. Не доходя вот до желтого, когда идем, будем поворачивать. Так, вяжем. Так, это лицевая гладь, лицевая сторона лицевые, а изнаночная изнаночная. Так, вяжите. Так, мы здесь с краю с самого начала начали плечо пока и вяжем до желтого маркера. Оранжевая вот иголка, это у нас середина. Вот мы довязали до желтого маркера, то есть получилось 5 петель не доходя. Как я и рассчитала. Теперь мы будем возле этого желтого маркера поворачивать. Поворачиваем
вязание. Так, повернули. Теперь берете вот крайнюю, видите, вот эту петлю, и снимаете на правую спицу, и нить вот так берете и назад. В уроках хорошо, если тут не ясно, посмотрите. Вот, мы перекинули. Получилось как бы, видите как? Как бы с одной петли у нас вышло две. Но это не две. Это для чего это я сделала? Для того, чтобы не было дырочек, при когда будем закрывать петельки все. Так, и дальше вяжете изнаночные петли. Так. Провязали изнаночные. Так, провязали мы изнаночные. Поворачиваем наше вязание. Так, дальше. Так, теперь дальше смотрите, что. Вот у нас желтый маркер. Мы от середины 5 петель отступили. Теперь мы должны отступить в эту же вправо. 3 петли отступаем. Я их так поделила. 5, 3, 2, 1, 1. 12 петель. То есть 24, которые осталось на горловину, делим пополам. Расчет я приложу весь. Так, в видео. Мы отступаем теперь от этого желтого маркера. Я специально взяла, чтобы было вам так нагляднее. 3 петли вправо. Вот у нас двойная, которая при повороте была, она считается как одна, видите, она одна идет. Вот мы ее считаем поворотная петля. Раз, два, три. Вот сюда мы этот маркер желтый вот сюда переносим на 3 петли. Так. Вот я сюда перенесла и зафиксировала. То есть мы первый раз 5 перенесли вправо и повернули, а сейчас 3. Так. Вяжем до этих пор опять. Плечо пока не трогаем. Так. Все это делаем сейчас на лицевой стороне. Провязываем до желтого маркера. Так, вяжем. Довязываем мы до желтого маркера. И будем тоже опять поворачивать. Так, вот мы доходим до желтого маркера. И поворачиваем наше вязание точно так же. И теперь опять это снимаете с левой на правую и вот так перекидываете нить. Вот и хорошо ее придерживаете, как бы так притяните. И дальше вяжите изнаночные. Провязывайте изнаночные петли до конца ряда. Так, следующий ряд. Теперь начинаем плечо тоже делать скос плеча. Плечо мы поделили 6, 5 и 5. Так как 16 петель будет на плече, мы будем снимать первый раз сейчас 6 будем проходить. Так как это у нас правая сторона, нить у нас с краю сейчас. Мы сейчас будем вязать, как вязали, но с изнаночной стороны будем не доходить уже 6 петель. Смотрите, я вам показываю.